Севастополь завораживает своей неповторимостью. Он прекрасен в любое время года. У каждого автора живописных полотен свой взгляд как на знаковые городские места, так и на тихие севастопольские улочки, чья уникальность неизменно привлекает внимание многих художников. Он не может не восхищать, потому что город и воспитал и много достойных воинов, моряков, и гражданских, и военных. Соответственно, поэтому море – это очень близко любому жителю города Севастополя. Недаром на нашей земле так много поэтов и художников. И вот на этой выставке можно как раз посмотреть тех художников, которые мы представляем. В экспозиции выставки «Севастополь с любовью» представлены 40 работ 16 авторов. Взору зрителей откроются городские и морские пейзажи, исторические зарисовки, изображения живущих здесь людей. И захотелось передать теплоту города через простое послание, что Севастополь – это любовь. Его история, архитектура, люди, природа – это все наполнено любовью. В решениях, не знаю, в отношении к жизни. Организаторы выставки «Фонд женщины Тавриды» при поддержке партии «Единая Россия» и Севастопольского дома офицеров флота, двери которого всегда открыты для художников, воспевающих историю и героизм родного города. Этот год особенный, год 240-летия создания Черноморского флота и города-героя Севастополя, тогда он еще не был городом-героем, они его не пропускают. И прямо каждый месяц, каждый квартал, каждый день пытаются сделать что-то такое, чтобы привлечь внимание и севастопольцев, и граждан, других граждан России, гостей нашего города, и взрослых, и детей, объединить их силой искусства, силой исторической правды, рассказать о своем любимом городе. Выставка «Из Севастополя с любовью» развернута в Зимнем саду Дома офицеров. Ее работа продлится до 14 августа. Вход свободный. Максим Давыдов, Александр Устич, Севинформбюро.